Эй. Алло. Да что тебе надо, придурок? Слышал о новой приватке блок страйка. Что такое приватка? Ты совсем ебанул? Короче, приватка — это что-то типа совсем другая игра и со своими плюшками. И что надо делать в этой приватке? Что ты обычно делаешь в блок страйке? Убиваю всех. Вот именно. Что это за отборная игра? Кстати, забыл сказать. Здесь бесплатные секретки, можно выбить и на них новые анимации. Что? Итак, я зашел в приватку, как назвать свой ник? О, придумал. Вот так. Идеально. Сойдет. Так, вот я зашел в приватку, надо сразу настроить настройки. Ведь я же про, а прошки всегда настраивают что-то. Вот и все, надо зайти на какой-нибудь сервер и поиграть, может, мне там дадут секретный нож, о котором я всегда мечтал. Вот на этот сервер зайду-ка я. Я уже 20 часов играю, черт возьми, почему мне ничего не дают? Надоело уже? Я удалю игру, если ничего не выпадет. Как получить нож? Ты ебабо? Открывай кейса. Точно. Ёб твою мать, как я мог забыть о открытии кейсов, у меня же есть миллиард голды. Наконец-то, я выбил свой первый нож, может, не в оригинальном блок страйке, но выбил. Ура! Как же я рад, лучшая приватка. Надо показать людям, какой я крутой. Смотри, какой у меня нож. Хуй-то нож. Ты офигел? Го, один на один на компакте. Давай. Ну чё, го дуэль? Нуп. Да до 12. Но. Если ты проиграешь. Бан. А нет, я проиграл. Пени бань. Бан тебе? Нет. Ты сам на это согласился. Пожалуйста. Бан.